Всем привет! Вот сегодня у меня такое непредвиденное событие случилось. Решил заснять. Альку мы вроде осеменили. Все, думал, надеялся, по крайней мере, что она покрылась. Но она сегодня вот у меня загуляла. Опять загуляла. Вот. Не знаю, что делать, потому что позвонил я человеку, вот женщине, которая мне осеменяет. Она сегодня не может, она в отъезде. Придется, конечно, ждать мне до следующего раза. И как это, чтобы мне ее проследить, даже вот не знаю. Вот она кружит, на корову прыгает. Патрик, ну не домогайся за меня. Пришел домогаться. Вот и вот она. Опять у меня загуляла. Конечно, маленько расстроился я. Но против природы не попрешь, как говорится. Так, ну, Патрик, ну, отойди от меня. Патрик от меня вообще не отходит. Вот выпускай его тоже побегать. Вот ходит за мной, как этот. Иди бегай, иди. Я хотел за Алькой еще понаблюдать. Но явно, прямо видно явно, что она пришла в охоту. Вот она начинает кружить. Хотя вот и не кричала так ничего она. Ну, вот видите, что творит. Вот такие вот у меня не особо веселые новости. Ну ладно, друзья. На этом, наверное, буду заканчивать. Сейчас пойду запишу себе журнальчик, что она у меня опять загуляла, и буду отсчитывать новый период, чтобы в дальнейшем ее можно было опять осеменить. Ну все, всем пока, до новых встреч.